У меня есть вопросы к пиздоболу. К свидетелю? Ты меня понял. Смотри на меня. Кто пиздит, я того честь ебал? А что ты мне блядский блог здесь делаешь, слушай? А, все понятно. А. Попрошу секретаря зафиксировать. Свидетель уклоняется от ответа. Попрошу зал суда зафиксировать. Секретарь нихуевая тёлка. Протестую. Как можно протестовать против такой тёлки? Я хочу отказаться от этого адвоката. Поздно. Процесс уже идет. Адвокат, у вас есть еще вопросы к свидетелю? Да, вашу шерсть. У меня вопросов до хуя, но буду задавать их не я. А теперь попрошу суд встать. Суд идет. Присаживайтесь. Улицы придерживаешься? Нихуя себе, мне все там как хорошника знают, слушай. Травишься? Балуюсь, но не на системе. Такси куда вызывал? Библиотеку, книгу хотел отдать. Какую? Марсель и Маргарита Мачен. У Воланда был кот, как звали? Кыс-сорок, кыс-кыс. Короче, все понятно, ты пиздобол. За какой пиздобол? На улице тебе места нет. С этого момента знайте его как пиздобола. Ереван, поехали, брат. Я протестую, ваша честь. Кто этот человек? Слышишь, ты вчера за одним столом у армянчика сидели, бухали. Вопросы ваши постройки решали. А сегодня что делаешь, вид, мол, меня не знаешь? Я требую уважения к суду. Свидетель, вы свободны. Вы присядьте, присядьте. Полжизни сидим уже. Защита. У вас есть свидетель? Бля. Походу, пиздец.